И к другим темам. На Севмаше начались активные работы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Напомним, корабль долгое время стоял у причальной стенки предприятия в ожидании своей судьбы. Контракт на проведение работ с Министерством обороны заключили в мае прошлого года. Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» началась с демонтажа крупногабаритного оборудования и систем, которые подлежат замене и ремонту. Это позволит уменьшить вес конструкции для перевода корабля от причальной стенки в наливной бассейн предприятия, сообщает пресс-служба «Севмаша». В данный момент в одном из цехов предприятия идут работы по изготовлению понтонов специально для перевода «Адмирала Нахимова» через порог батапорта. Эта операция – основная задача на 2014 год. Перед ней необходимо подготовить корабль, в том числе перевести крейсер со штатного питания на технологическое. Работы запланированы на весну этого года. «Адмирал Нахимов» должен стать самым современным тяжелым атомным ракетным крейсером в военно-морском флоте.